Константин заканчивает 9 класс кадетской школы номер 7. В условиях пандемии коронавируса подготовка к предстоящим экзаменам ведется дистанционно. Однако компьютер приходится делить с сестренкой и братом, которым тоже необходимо учить уроки. Чтобы дети справлялись с заданиями быстрее, многодетной семье вручили новенький планшет. Все благодаря акции «Помоги учиться дома». Сегодня уже и Министерство социальной защиты, и Министерство образования подключилось. Получилась такая хорошая команда неравнодушных людей, целью которых снабдить до 1 сентября абсолютное большинство всех семей, где нет оргтехники. Учеников из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, обеспечивают компьютерами, планшетами, клавиатурами и другой техникой. Все для того, чтобы они могли осваивать школьную программу онлайн. Акция стартовала во всех регионах страны. Для участия в социальном проекте каждый желающий может обратиться на горячую линию волонтерского центра по телефону 58 0008.